В Удмуртии планируют объединить убыточные и прибыльные межмуниципальные автобусные маршруты. Это делается для того, чтобы перевозчики предоставляли социальные льготы всем пассажирам. Жители Сюмсинского района Удмуртии спасли двух лебедей. Птицы пострадали от укусов хищного животного. Они сами перешли к людям. В ближайшее время лебедей перевезут в Ижевский зоопарк. Стали известны подробности серьезного ДТП, которое произошло на трассе в Удмуртии в минувшую субботу. При столкновении четырех авто погибли два человека, еще семь получили травмы. Самой красивой татаркой России стала студентка из Удмуртии. Диляра Гильмуддинова одержала победу на всероссийском конкурсе красоты «Татар-Кызы». Финал прошел в Казани в пятницу. Синоптики рассказали, что наступившая неделя в Удмуртии будет снежной. Кроме того, в республике ожидается усиление ветра и похолодание. На дорогах возможны гололедицы и снежные накаты.